Миопия, задачи и решения. Сегодня я вам покажу, как выглядит глаз с миопией или близорукий глаз. Близорукими называют в простонародье тех людей, которые дальше собственной руки ничего не видят, а некоторые даже дальше собственного носа ничего не видят. У кого больше минус 15 диоптрий. Я сегодня вам расскажу и покажу проблему, какие стоят задачи и как их решить. Сейчас я перейду к схемам. Слушайте внимательно. И, как говорится, наматывайте на ус. Хочу сказать, что основные знания я приобрел из книги гениального американского офтальмолога начала 20 века Уильяма Горацио Бейтса. Книга называется «Как улучшить зрение без очков». Книга известна в Америке в 90-х годах прошлого века, была издана во время перестройки и в России на русском языке. Я скопировал эту книгу, набрал ее с клавиатуры в течение недели, а теперь, распространяя ее бесплатно, вы можете взять ее, скопировав ссылку в описании этого видео. А теперь я перехожу к схемам. Курсором я вам буду показывать и рассказывать. Здесь изображен здоровый глаз, который в расслабленном состоянии видит хорошо вдаль. Такой глаз имеет форму шара, объемную форму шара. Представьте себе круглый футбольный мяч. Оба глаза одинаковые и имеют форму шара. В таком глазу, если представить, что вот здесь находится зрачок, а свет падает вот так, изображение строится ровно вот в этом месте, в центре сетчатки на макуле. А для правого глаза вот здесь. Значит, нам надо вот такую картину иметь. Шарообразные оба глаза и оптические оси проходят через центр этого шара, через макулу. И параллельно, если человек смотрит вдаль. Теперь переходим к близоруким глазам. Близорукие глаза имеют форму эллипсоида вращения. Эллипс вращается вот вокруг этой оси, и получается объемное тело, напоминающее дыню. То есть вот эти две дыни у близорукого человека сформированы из-за того, что он чаще всего работает вблизи. И у него глаз приспосабливается к этой работе. Форма глаза меняется. Оптические оси становятся не параллельными, и они где-то пересекаются. Вот эта ось пересекается с этой где-то вверху. Причем вы видите, что левый глаз менее косой, чем правый. Правый глаз еще больше, ось наклонена к носу. Нос находится вот здесь, в этом месте. То есть нужно, чтобы глаз стал снова здоровым,
оси, оптические оси делать параллельными. Это одна задача. Вторая задача – сделать глаз шарообразным. Для этого есть тоже упражнение. Вот здесь я показал близорукий глаз, но оси параллельны. Уже хорошо. Уже изображение будет строиться по центру, но оно будет строиться, не доходя до макулы. Макула находится вот здесь, на сетчатке, а изображение строится здесь. А когда вы сделаете глаз сферическим, шарообразным, изображение начнет строиться на сетчатке. Вот таким образом я вам объяснил, что нам нужно делать. Это очень важно, понимать, как работает глаз и как строится изображение. Как строится изображение, вы можете найти в моей книжке «Алгоритм гармонии», ссылка на которую тоже есть в описании. Я посвятил много упражнений вместе с пением мантры и молитв, которые улучшают кровообращение во всем организме, в том числе и в глазах, и в сетчатке глаз. И стремление мое, цель моя – добиться ясновидения. То есть, чтобы картинка была вот такая. Чтобы картинка была вот такая. Если человек смотрит вдаль, глаз у него шарообразным и оси параллельны, то изображение у него будет строиться именно вот здесь. Значит, у близоруких изображение не доходит до макулы, а у дальнозорких, наоборот, находится за затылком. Но у них форма глазного яблока имеет вот такой вот овал, я рисую, сплюснутый. Его тоже нужно сделать, вот как изображено, зеленым шаром. Очень важно представлять вот это схематически. Я вам как бы предоставил дорогу для самостоятельного исправления зрения. Кроме самого человека, никто ему не может улучшить зрение. Очки – это тюрьма для глаз. Это костыли. Чтобы после того, как у вас случился перелом ноги, вы ходили долго на костылях, если вы их не выбросите, вы все время будете хромать. Мышцы просто не будут работать нужные. Они атрофировались за время ношения гипса. Как сказал Иисус, бросай костыли и иди. И исцелишься. Также надо выбросить очки, перестать ездить на автомобилях, пользоваться общественным транспортом. А вот когда зрение станет 100%, тогда можно уже сесть за руль автомобиля. Берегите свои глаза, они вам сберегут вашу жизнь. Подписывайтесь, ставьте лайки и смотрите мои упражнения. Даосский массаж, медитация глазами вместе с пением мантр. Сейчас я вам покажу одну из мантр.
Каким образом я развожу оси в разные стороны и вверх. Вот так. Они у меня были вот такие, близорукие. А я развожу их в сторону. И в конце концов они у меня станут параллельны. Вот так. Всего вам доброго, здоровья. Пишите комментарии.